Всем привет! Сегодня я буду делать грибной салат. Оформлю я его в виде грибочка. В общем, для салата нам понадобится 300 граммов отварных грибов. Ну или, например, вы в магазине покупаете шампиньон резанный, да? Средняя такая баночка. Не то, что вот бывают же большие, там по 800, что ли, граммов. Маленькую. Ну так, даже не маленькую, среднюю. Там 400 граммов, по-моему. Но это вес с этим, с рассолом. С маринадом чистых, наверное, там грамм 300 оно и будет. Вот, я взяла опята. В этом году у меня их много. Я буду делать с опятами. Они имеют такой насыщенный грибной вкус, мне нравится. Так, значит, 300 граммов грибов, 5 яиц, 3 средненьких луковицы, 200 граммов крабовых палочек, морковь для оформления грибочка, шляпки, значит, майонез и масло растительное для обжарки грибов и лука. Теперь что мы делаем? Грибы у меня уже вот нарезаны. Лук, яйцо нарезаем кубиком. Морковь пока не трогаем, она нужна нам будет в конце для оформления. Теперь, значит, яйца почистить и кубиком нарезать. Крабовые палочки тоже кубиком. Лук нарезала. Теперь что мы делаем? Грибы выкладываем в сковородку и выпаривается пусть жидкость с них. Потому что вот даже хоть и в шампиньонах, хоть и в этих вот в опятах замороженных, там все равно есть жидкость. Выпарилась жидкость, добавляем растительное масло, лук и обжариваем до золотистой вот корочки-то лука. А пока вот это все обжаривается, почистим яйцо и нарежем кубиком яйцо и крабовые палочки. Грибочки вот наши обжарились. Теперь их нужно хорошо остудить. Крабовые палочки и яйцо нарезала кубиком. Еще я вам забыла сказать, что от двух яиц белок нужно оставить. Это пойдет у нас на оформление ножки гриба. Итак, грибочки у нас остыли. Все складываем в одну миску и добавляем майонез. Грибочки с луком при обжаривании я немножко подсолила. Чуть-чуть буквально. Крабовые палочки у нас тоже солоноватые. Майонез тоже соленый. Так что вот как бы солить на свой вкус. Смотрите, как вам нравится сильно соленое. Чуть-чуть еще можно подсолить. Но я уже не буду. Майонез. И все хорошо перемешиваем. Так, вот такая масса получается. Сильно много не надо майонеза, потому что нам нужно будет выложить из него, из этого салата гриб. Все-таки форму должен держать. Вот так. Морковь натерли мы на мелкой терке. Я вот добавила 1,5 ложки майонеза и тоже смешиваем. Теперь мне нужно будет вот такое блюдо. Я люблю делать на плоском блюде, на темном. Вот, теперь выкладываю форму грибочка. Ложкой хорошо формуем шляпку.
Хорошо все разглаживаем. То, что блюдо испачкалось, это ничего страшного. Потом берем салфеточку и хорошо все края вытираем. Вот так. Пока я не вытираю, потому что сверху сейчас еще вот морковь буду делать на шляпку. Теперь вот эту вот морковь придаем рыженький цвет шляпки. Полностью хорошо все заравниваем этим цветом. Вот такая шляпка получается. Тут салфеточкой все вытерли и немножко заравниваем ножом, чтобы было прям гладенько так. А вот здесь под шляпкой как бы создаем полоски вот такие. Вот так. Вот как получается снизу. Так, а теперь ножка. Ножка у нас будет беленькой. Вот мы оставляли же эти белки. Теперь на мелкой терочке натираем их на ножку вот сюда. И разравниваем тоже. Если маловато, добавляем еще белок. Вот и все, грибочек готов. Низ я сделала, вот укропчик порезала меленько и присыпала, как бы корешок, да. Можно сделать это, если у вас, например, готовите праздничный стол, у вас, например, открыта банка с маслинами, с черными. Их меленько порубаешь и вот сюда вот так же вот присыпать. Это как будто земля будет. А вот эти вот веточки укропа, ну как бы травинки вокруг грибочка. В общем, вот такой салатик. На детский праздник это просто замечательно. Очень нравится детям. Всем приятного аппетита. Всего вам самого доброго. С вами была Наталья. Всем пока.